Здравствуйте, дорогие зрители и друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Друзья, вчера была жара-жара, сегодня холод собачий. Конечно же, очень красиво. Природа классная. Но работать надо, хоть и холодно. Я вас приглашаю в сад. Что мы будем сегодня с вами делать? Вот видите, куст лапчатки. Нужно его подрезать. И вот смотрите, друзья, вот видите, камень лежит. Вот в том году я просто взяла веточку. Это самый-самый легкий способ черенкования. И будет новая веточка, новое дерево. Видите, уже укоренилось, не вытаскивается. Можно вот так прикопать земелькой или камнем. Можно камнем, можно проволокой прищипнуть. Да чем угодно, что у вас есть под рукой, что вам удобно, то и можно сделать. Вот видите, здесь уже листочки зелененькие. У новой веточки зелененькие листочки, а здесь еще нет листочков. Но ничего страшного, сейчас я это все красиво сделаю, обрежу. А сейчас мы будем подкапывать. Я вам покажу, какие уже корешочки. Вот видите, вот веточка пошла, пошла, пошла. Вот, вот, видите, вот она от дерева идет. От куста, вернее. Видите, вот от куста. Вот она. И здесь мы сейчас, вот видите ее, обрезали. Все. И вот этот ком, видите, сколько корешков, нарастила. Это в том году я делала. И вот вторая веточка. Но я думаю, у второй веточки мало корешочков. Она маленькая, я так думаю. Пусть, наверное, еще. Вот тоже, видите, вот от этой веточки. Вот видите, маленькие корешочки еще. Конечно, можно посадить. Тоже прирастется. А у этой, вот видите, уже какие большущие корешочки. Вот. Две веточки. Два эксперимента. Эксперименты я люблю. Вот что у меня получилось. Обрезала кустик, прополола все. Вот. И еще выкопала три веточки винограда девичьего. И вон он какой, большущий-большущий разросся. Он может достигать до 7 метров. Да, друзья, классно. И вот дерен, куст дерен, он очень классный, его можно подстригать как угодно, хоть шаром, хоть полусферой, хоть квадратом, хоть треугольником, как вам угодно. И здесь точно такой же эксперимент. Точно так же прикопала веточку, вот видите, приросла. Листочки есть, все классно, тоже будем выкапывать. А как вы думаете, для чего это я делаю? Столько много начеренковала. А это я дам детям. Пусть у себя на участке тоже высаживают. Чтобы у них тоже была красота. Чтобы у них была красота. Ну, конечно, без Вольфа-то никак. Он все проверяет, что я делаю. Да. И далее. Хочу вам показать, друзья. Вот сейчас. Потому что некоторые есть... Новые подписчики. Так, ну вот эта вот роза у меня не прижилась, не, то есть не выжила. Зиму не прозимовала. Вот видите, сейчас мы, друзья, кто новый у меня на канале, видите, мы уже идем за территорию. И посмотрите, вот это... Наш второй участок. Мы тоже взяли второй еще участок. Он классно будет смотреться. Видите, он как под горку идет. Столько можно всего придумать. Идем мы дальше. Это тоже все наш участок. Сейчас поворачиваем. Видите, там как горка.
как яма. Друзья, здорово. Там можно такое навыдумывать, такое придумать классное. Была бы только фантазия. Конечно, фантазия у нас у всех есть. Один предлагает одно, второе, второе, третье, третье. И вот не знаем, что выбрать, на чем остановиться. Все думаем, думаем, решать. Вот. Вот эта дорога, вот эта дорога, она пожарная дорога. Вот. Идет к речке. А слева вот это наш участок второй. Конечно, надо все загораживать, но это тоже будет не в этом году. Классно, можно придумать. Видите, как там, как ямочка. Тут можно все выровнять, разровнять. Можно как место для отдыха сделать. Можно огородик сделать. Можно вообще бассейн на любой вкус. Вот пока мы еще не можем выбрать, что. Задумок очень много классных. Впереди задумок много. Работы уйма. Да. Но все-таки я думаю, что это будет место для отдыха, скорее всего. Ну, посмотрим, конечно же, друзья. Деревья, кусты, конечно, я все уберу. И вот она, наша красавица, река Сылва. Места, друзья, здесь очень красивые. Небо хмурое сегодня. Трава зеленая-зеленая, еще молодая. Красивый цвет. Ну, давайте прогуляемся к речке. Посмотрим, как волнуется у нас река. Ветер сильнейший. Сейчас подойдем к речке, и я вам включу звук. Какой у нас ветер, ветрогон. Ну, красиво. Волны красивые. Река волнуется очень красиво. Здорово. Я очень люблю природу, очень люблю дачу. Река поднялась немножко, больше она подниматься не будет. Но потом далее маленько спустится, и тут будет пляж, пляж песочный, пляж. Видите, какие волны, красиво. И со звуком. Друзья, вот с вами мы из речки Сылвы выловили вот такую вот фигурку из дерева. На что похоже? На птичку или на рыбку? Ну ладно, друзья, будем прощаться с вами. До скорой встречи. Теплой солнечной весны вам, цветочного настроения, всего самого классного и, конечно же, здоровья. Пока-пока, ваша Оля. Скоро снова с вами увидимся. У нас все цветет. Черемуха и рыга, но сирень еще пока не зацвела. Красота!